Так. Да. Дальше. Опа, удержание. Сразу, на болевой. Все. Вот у них одно из основных упражнений. Первое. Как говорится, чтобы выходить победителем. Еще, Артем, ты сделай. Только он ниже роста, ну попробуй. Только правильно коленом заходи. Заходи правильно коленом. Второй назад пошел. Бросок. Удержание быстро, ноги правильно. Эту ногу. Все. Молодец. Это достаточно. Оно на сегодня первый день, это упражнение. С ним. То же самое. Нет, нет. С коленом. С коленом? Что делать? Подержали быстренько болячку. Опа. Есть. Они у меня вот комбинационные вещи проходят. И у них хорошо получается. У Максима вообще здорово, молодец. Все. Молодцы, спасибо вам. Давайте встаем. Спасибо. Бросок. Да, давайте с колен. Да, да. В штанах они хорошо. Хорошо выглядят. Хорошо. Вот, отлично. Вот эта нога упор держит, вот так. Ты подработай немножко бедром. Все, вверх. Все, здесь. Ты делаешь. Марш. Великолепно. Владимир Алексеевич. Вот скажи, пожалуйста, чем отличаются городские спортсмены юные от сельских? Вот такой небольшой школе, как здесь, как Саловки. Как бы не пришлось извиняться перед городскими. Но вот я начал тренировки с ребятами здесь, в Саловке. У них трудолюбие побольше. И какой-то настырности в достижении результата у них больше. Потом сами интересуются, просят, что надо делать, что надо делать. Не останавливаются на полпути. Пока не доделают, они не уходят с ковра и стараются. Старательность и трудолюбие – это главные черты вот у них, что я отметил. И у всех лодырей здесь нет, этих капризов здесь нет. Не было ли? Не было. Ни у кого не было ни капризов, ни лени. Вот это надо отметить. Заставлять не надо, чтобы ты сделал столько упражнений, ты сделай это упражнение. Все делать с охотой и очень старательно и качественно у них все получается. Владимир Алексеевич, скажи, пожалуйста, ну, кто-то знает тебя очень хорошо, кто-то нет. Расскажи два слова о себе, о своих наградах, о своих спортивных победах. Ну, я долгое время занимался в Москве, последнее время в 70-х годах у главного тренера Советского Союза Харламова Валерия Ивановича, когда всех нас самбистов стали переводить на дзюдо, я уж тогда мастер спорта выполнил, и поэтому в сборную страны Советского Союза был тоже зачислен перед Олимпийскими играми 80-го года. И вот это мне там, я много хороших уроков получил. Я работал, борясь там и по дзюдо, и по самбо, выигрывал чемпионаты. Даже два чемпионата международных был первым и по дзюдо, и по самбо. И первенство Москвы выигрывал, в сборной страны было много. Перечислять все победы, это мне, как говорится, памяти не хватает. Здесь, когда уехал из Матови в Москву, я отсюда с первым разрядом уехал. Уже здесь у меня соперников фактически не было. Но моему спорту как бы мешала моя работа, наоборот. Потому что я всю жизнь работал в уголовном розыске. Потом, приехав сюда, и работал в центральном аппарате уголовного розыска. Начальником 6-го отдела отделения Причем по борьбе с бандитизмом. Создавал подразделение, можно сказать. Да, создавалось, так, да. С легендарным Московкиным.
Нет, до Московкина. До Московкина, да. Мне пришлось потом уговаривать, нанимать к себе. Вот так вот. Вот видишь, еще даже, это еще круче, сначала оказывается. Сначала работников у Московкина, некоторых к себе перетягивать, когда создавалось 6-е отделение, подразделение по борьбе с организованной преступностью, а потом уже и Московкин. Я был зачислен в резерв главка в Москву, и поэтому возникла необходимость из начальников Ленинского райотдела Московкина ставить начальником. Здесь по борьбе с экономической преступностью проблем много было. Так что мы друзья и по жизни, и коллеги по работе были, и друг другу, как говорится, помогали, тянули. А я хочу сказать, что ребятам саловским повезло, что у них такой легендарный тренер. Ребята, в пятницу мы открываем спортивный клуб «Самбо Феникс». Ура нашей школе! Ура! 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 Ура!